Нельзя ли повежливей? Да? Только скажи, и я все сделаю. Нужна моя помощь? Приказывай. Да? Погоди, разговор есть. У меня есть пара вещей на обмен. У меня есть несколько вещиц. Эй! Эй! Здоров будешь! Что тебя интересует? Сейчас! Что тебя... Здравствуй. Все, мой. Что я могу тебе предложить? Постой! Надо поговорить. У меня есть несколько... Жду твоих приказов. Жду твоих приказов. Справедливое требование. Жду твоих приказов. Жду твоих приказов. По твоему повелению, мы тратим значительную часть твоей дани на увеличенные закупки. Жду твоих приказов.
Опять нам довелось видеться. Чем я могу быть тебе полезен? Да? Приказывай. Нужна моя помощь? Thank you.
Не нравится мне здесь. Гладкокожий, убирайся отсюда! Это наш лес! Кругом одни варвары. Только скажи, и я все сделаю. Только скажи, и я все сделаю. Только скажи, и я все сделаю. Приказывай. Thank you.
Эй, разговор есть. Эй, разговор есть. Приветствую тебя. Постой, надо поговорить. У меня есть пара вещей. Эй, разговор... Жду твоих приказов. Справедливо, жду твоих приказов. Здоров будешь! Что тебя интересует? Сейчас, что тебя интересует? Спасибо тебе за помощь. Эй, разговор... Моя лавка всегда к твоим услугам. Только скажи, и я все сделаю. Нельзя ли повежливей? Я готов. Кругом одни варвары. Только скажи, и я все сделаю. Да? Да? Постой, надо поговорить. Приветствую тебя. Ты что-то... Здравствуй. Все мое... Чем я могу тебе помочь? Я займусь... Чем я могу тебе... Thank you.
Здравствуй. Чем я могу тебе помочь? Нельзя ли повежливей? Я готов. У меня есть пара вещей. Я готов. Нельзя ли повежливей? Thank you.
Приказывай. Нельзя ли повежливей? Приказывай. Я готов. Только скажи, и я все сделаю. Нужна моя помощь? Нельзя ли повежливей? Еще немного, и я только скажу, и я все сделаю. Нужна моя помощь? Приказывай.
Да? Только скажи, и я все сделаю. Приказывай. Нужна моя помощь? Нужна моя помощь? Только скажи, и я все сделаю. Здравствуй, все мое искусство. Что я могу тебе предложить? Это не такая простая работа. Она обойдется тебе. Что я могу тебе У меня есть пара вещей на... Эй! Я готов. Здоров будешь! Что тебя интересует? Я отремонтирую все твое... Что тебя интересует? Здоров будешь! В моей кузнице что тебя интересует? Приказывай. Thank you.
Нельзя ли повежливей? Только скажи, и я все сделаю. Приказывай. Да? Здоров будешь! Что тебя интересует? Приказывай. Здравствуй, здравствуй. Что я слышу? Ты готова помериться? Предлагаю поставить в заклад вещи. Однако, если у тебя... Я ставлю свой щит, который не раз... Предлагаю поставить в заклад... Поставь 500 монет. Или... Жми! Эх! Ты не победишь! Я же говорил, что женщины способны... Эй, разговор есть. Кто бы ты ни... Еще немного, и я покроюсь мхом. Погоди, разговор есть. У меня есть пара вещей на... Эй! Рад видеть тебя в добром... Город. Эй! Погоди, разговор есть. Здравствуй, здравствуй. Не ты ли та самая... Что я слышу?
Эй, разговор есть. Здорово будешь, госпожа. Приказывай. Приказывай. Да? Только скажи, и я все сделаю.
Да? Приказывай. Кругом одни варвары. Приветствую тебя! Эй, Извини, но я сейчас занят. Приветствую тебя, уважаемые гости. Надеюсь, что ты и твое имущество не пострадали. Так ты и идолами можешь повелевать. Прости нас, неразумных, что они оказали тебе долг. Жду твоих приказов. Для деревни установлен легкий размер дани. Жители благодарны тебе за это. Жду твоих приказов. Мы не тратим денег на вооружение деревни. Жители не получают нового оружия. Жду твоих приказов. Здоров будешь! Что тебя интересует? Сейчас все, что тебя интересует? Здравствуй! Что я могу тебе... Я займусь... Что я могу тебе... Я готов. Нужна моя помощь? Приказывай. Нужна моя помощь? Я готов. Здравствуй. Все, что я могу тебе предложить? Постой, надо поговорить. Эй! У меня есть пара...
Приветствую тебя. Я обучаю... Эй, разговор есть. Извини, но я сейчас занят. Пока я на службе у моего хозяина. Надеюсь, что сейчас я услышу от тебя хорошие новости. Мой товар, конечно, не портится. Я назову цену, и поверь мне, она будет достойна тебя. Однако есть еще одна помеха для моей торговли. Это желтые собаки пустыни. Твои слова справедливы. Но даже многие наши командиры закрывают глаза на бесчинство своих воинов. Чего же можно ждать от варваров? С мелкими отрядами желтых собак моя стража справится, но до меня, к сожалению, это... Надеюсь, что сейчас я услышу от тебя хорошие новости. Мой товар, конечно, не портится, но время-то... Пока я на службе у моего... Эй! У меня есть пара вещей.